Доброе утро, я Настя, и я эксперт по массажу. Поговорим о мифах вокруг спортивных релакс-ритуалов. Спорт на массажном столе – реальность. Фитнес-массажи активно продвигаются в топы спа-процедур зожников. Микс классических и дренажных техник чередуется с физнагрузкой. Но фитнес-массаж – это тренировка для ленивых. Или это миф? Миф номер один. С фитнес-массажем от тренажерки можно отказаться. Да, фитнес-массаж часто называют тренировкой для ленивых, но это не совсем так. Полноценное занятие в тренажерном зале он не заменит. А вот постепенно и мягко войти в тренировочный процесс поможет. Уже после 10 сеансов массажа организм привыкнет к нагрузкам. Так и до тренажерки недалеко. А для тех, кто уже не новичок в фитнесе, такое сочетание привычных физнагрузок с массажем поможет быстрее и эффективнее прийти в форму. Кроме того, фитнес-массаж хорош и для восстановления после суровой тренировки. Поэтому такая релакс-процедура – это не вместо тренажерки, а вместе с ней. Миф номер два. Фитнес-массаж не уберет лишние сантиметры. Еще как уберет. При физнагрузке жиры начинают расщепляться примерно через 40 минут после начала тренировки. Но во время фитнес-массажа это происходит быстрее. Комплекс упражнений проводят прямо на массажном столе. Динамические упражнения уменьшают жировую ткань, а статические формируют мышечный корсет и создают желаемый рельеф тела. Результат фитнес-массажа – это не только коррекция фигуры. Сочетание различных техник улучшает крово- и лимфообращение, избавляет от застоев в органах и тканях, нормализует обменные процессы. В итоге вы будете терять лишний вес, а кожа станет упругой и эластичной. Фитнес-массаж – это хорошая возможность разбудить тело и получить стимул заняться спортом, а еще потерять до 5 сантиметров в объеме. Так что миксу приятного релакса и полезных нагрузок быть.